Привет тебе, я Коперник, и это игра под названием Killing Floor 2. Погнали. Сегодня у нас текущее... не то, что текущее, сегодня у нас испытание под названием Бабах. За него нам могут дать взрыв мозга, это заебись, играем за спецназовца. Что-то есть такое, взрыв мозга, я так и не понял. Наверное, что-то интересное. Так. Посмотрим, третья волна из семи, ужин и чито. Типа такие наушники дают. Типа, знаешь, такую чушу из ушей, какие-то ссаные грибы. Споры бацил какие-то растут. Ну, короче, здесь взрываются все. Ну, такими гигантскими ядерными взрывами, как я понимаю, да? Хуясь! Хлоп-хлоп. Ну-ка, сейчас жердяй по-любому бахнет нехило, смотри. Он так бахает в жизни нехило. А теперь-то вообще, наверное. Ядерный гриб. Твою мать. Да, кровище, конечно. Такая домохозяйка примерная, да? С дробовиком. Как бомж с дробовиком, только... Блин, вот. Если женщина за рулем, как обезьяна с гранатой, то женщина с гранатой, как... Я не знаю, обезьяна с пулеметом. Не вопрос. Побежали. Вы вернулись невредимым. Очень хорошо. О, там Марио Мир. Тарам-тарам, прекрасно. Нравится, когда вас на куски рвут? Конечно. Купите броню. Так, я хочу купить Хейклер энд Кох. Петушок. Что еще у нас в распоряжении? Сюда опять идут мутанты. Как говорится, собирайте вещи. 750, ничего особо дико-то крутого и не купишь, ПП. Шчка. Хочу вот эту Хеклер энд Кох. Интересная вещь. По-любому интересная вещь. Броня, гранатку одну и достаточно. Поспешите, приближаются мутанты. Очень надеюсь, что все будет заебись. Я в этот режим ранее не играл. А в этом выходячке с тобой. Я с тобой. Да, детка. Да, детка, поприседаем. Это прекрасно. Нихуя он летит. Я здесь первым делом шо главное. Самая пирамида на меня не напала. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это ебала. Вот это ебала. Экс. Мне это не особо нравится. Мне это не нравится. Ну уже! Ёб твою мать! А, сука, я не мог ни перезарядиться, ни стрельнуть. Нажимал кнопку — не работает. Нажимал лечиться — не работает. Нажимал, блядь, перезарядиться — не работает. Пытался выпрыгнуть — не перепрыгивает. Заебись! Ох, как же меня бомбит, блядь. А можно, если я вылечу, камеры полетаю? Можно же плюнуть. Я хочу камеру сменить. А, во. Смотри, какие они жирненькие прутся. Давайте немножечко посмотрим, что тут у нас есть. Вот на прицессе тот стул. Опа! Хуёвым. Все, что я тебе могу сказать. Ух ты, нифига себе. Весь замок построен как какой-то один гигантский блядский Марио изнутри. Как миньон выглядит, да? Ну-ка. А, типа выше нельзя, да? Это край карты, да? Понятненько. Ох, и мне везет. Хочешь прикол? Я застрял. В блядских текстурах. Отлично.
10 из 10 игра. Давай, вылезай, вылезай. Давайте посмотрим. Прикольно, когда небо накладывается, да, такое чувство, что какие-то помехи летают. Ну-ка, сколько? Двое умерло. Один остался! На два врага. Один из них летучий. Давай, чувак, держись. Ты ж полевой педик. Медик. Один остался, давай! Нифига у него там дробовиков, всякого прочего говна. Ты куда? Красотка. Танцуем, девочки. Вот чё, она какая-то стрёмная. Вся роботизированная. Чё-то напоминает, какой-то телепузий кошмар какой-то, да? Ну и чё стоишь? Тут мамзель к тебе идёт, поздороваться хочет. Заебал. Пополняйте запасы. Сколько у нас денег-то? Мертвые 800. Меньше зарабатывают. Стремитесь умирать пореже. Я так и понял, спасибо, деточек. Тут винтовка должна быть неплохой. Я хотел петуха себе, конечно, купить. И какая волна 4 из 7. Если, конечно, вам не плевать на свою жизнь. 400, ладно. Попробуем. Попробуем так выжить. Попробуем здесь побегать. Пока что экономим патроны. Как всегда, как всегда. Идите сюда, твари безголовые. Вы где? С этой стороны типа пошли. Признавайтесь. Такая вода еще телепузича реально какая-то, да? Кабина закрыта. Пойдите, отличитесь. Идет волна, та-тар-тар-тар-тар-там. Идет волна, та-тар-тар-тар. Давай сам танцевать, чувак. Ух ты. Почему они от своих взрывов уже не отлетают? Ёб твою мать. Вот это говно. К такому говну я не хочу готовиться даже. Пошли нахер, уёбки. Окей, окей, не вопрос. Сейчас, так, напекали, есть патрон еще? Есть. Давай, жирненький. Делай кабум! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, наступают. Сука! Значит, пока здесь постою, да? Что это такое? Почему так быстро патроны-то кончаются? Ку-ку! Ребята, я так не договаривался. Нифига на скорострельное, серьезно. Прикольно, прикольно, испытание интересное. Команда, хорошие конкурсы интересные. Оу! А, что? Откуда они вообще здесь доберутся? Вот интересно, они сами же от своих взрывов не коцаются? Вот на что все-таки. Чуть-чуть, но интересует. Опаньки, жирный отхватил. Так, как я понял, у меня... Немножечко-то гранатку, что ли, закинуть вам? Покушайте там. Добейте оставшихся, чтобы я могла открыть вам кабину торговцев. Ну, в принципе, спецназовец тоже не особо крутой класс, как мне кажется. Как мне лично показалось, ну, скромное мнение.
То есть стену хуярит, стоит. Злой. Настолько злой, что аж стены херачит. Все, пизда, ребята. Пошел ножом хуярить этих ублюдков. Хоп, хоп, кому за точечку? Под ребро, вхуянуть. И... О, кто-то надристал. Большой комок вонючего говна. Где этот последний мутант? Вон он. Видимо, все один какой-нибудь бушут, если в это говно наступлю. Оу. Типа как травился. Последний сратый этот мутант где-то там тусит. Пошлите посмотрим, чем он зол. Рада, что вы справились. О, отлично. Идите в кабину за снаряжение. Ух, 1500 почти. Хотите от меня совет? Запасайтесь гранатами. А, я лучше запасусь. Как ни странно, Крис здесь самый дорогой. Лучше попробуем, конечно. Пару магазов. Снова появились мутанты. Очень скоро не кабину густо. Придется закрыть. Не густо. С деньгами опять все уебищно. Пойду-ка... Пойду-ка исследую замок Тодстул. Тут где-то Марио должен тусить, видимо. Такие звезды, звездатые. Опа. Что я вижу? Опа, патроны. Напекаль есть? Есть, целая обойма. Ха-ха! Ну, теперь, если что, будет вместо ссаных тряпок, смогу откидываться хотя бы одной обоймой. Ага. Странно, лопата. Понятненько. Здесь что у нас? Были патроны. Понятненько. Ещё... О, да, детка. Люди, здесь патроны есть. Были. Чё ты орёшь-то? Дурилка. О, нет. Что-то мне подсказывает, что там что-то жёсткое идёт. Ой! Быстро, очень быстро со мной разбираются. Опча, и все. Так, собственно, решаются вопросики, да? Опаньки, прекрасно. Слушай, неплохая пушка. Серьезно? Но она, правда, самая дорогая. Точно все теперь, блять, буду с ней гонять. Нихуя, это одичалый чел бежит. И чисто по головам. Не-н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 е. Датчики, дело плохо. Незаточенная лопата. Оу. Есть еще где-нибудь патроны? Нет, конечно, нет. Больше ничего нет. Печаль, беда, печаль, беда. А думаю, в принципе, по весу. У меня даже есть еще на еще одну оружку, кстати. Вот другое дело. Офигенный звук. Звук вообще нравится, кстати. У этого Криса. Прикольно, прикольно. 42 еще, ты серьезно? Вы почти зачистили эту группу. Славно сработано. Скоро мы снова откроем кабину торговца. Так вот хотелось бы очень. Блять. Надо было одну обойму хотя бы оставить. Спекаля. Наре присоединяется к игре.
Все, пизда. Лопата заточенная пошла в ход. Ой. Сейчас меня могут немножечко... поднагреть. Так жердяй взрывается очень классно. Сука, они 20 хпх коцают при попадании. Ребята, можно мне? Намного лучше. Жердяя гоняет. А чё с ним? Все живы, да? Все живы. Ж. Патроны. Патроны, патроны, патроны. Постарайся оторваться. Сейчас это уебано кончим. Нашёл патроны. Новый магазин. Хорошо. Заходите ко Заебись. Мне. Казино уже открыто. Славно. Славно. Я видела, как вы отбивальщика убрали. У него не было шансов. Великолепно. Мне нужно подзаработать. Так, а петушок, в принципе, неплох, но... Стоп, а я смогу что-то за косарь купить даже. Ага, ну тогда опять я останусь без патрона, без сюда ничего. Как говорится, собирайте вещи. Да, вот так. Вот так. Наверное, вот так. Вот так. Я вот-вот закрою кабину. Вот так. Ну, типа как, да. Типа как, да. Что это за автомат? А, кабина понял, закрыта. Понял, это тырчик. Пойдите, один, который был в Counter-Strike. Пошел вон, ублюдок. Я хочу получить свой взрыв мозга, сучки. Пошли вон. Ёбки. Ух ты. Вот это не есть круто. Вот это очень не есть круто. Сука. Хуё себе с одного раза. Просто с одного тычка пернул на меня, и мне все отлетело, вообще все, что только можно. Ни хреново так, слушай. Очень так ни хреново так. Жесткий тип. Типочек. Ну давай. Запильчик в хате, ребята. Еще один у нас летел, да ты серьезно? Тоже летел, да? Ага, не я один. Эх, как хотелось бы выжить, но меня как-то слишком быстро раскидали. А столько всего было интересного. Где, какой здесь босс будет, интересно, гипер-жердиай или что? Это еженедельное испытание, кстати, кто не знает, повторюсь, или кто забыл. Вот. Гоню, жопа горит. Вот, они постоянно разные, типа, как каждую неделю, и, к сожалению, мне кажется, сейчас один, еще один чипок накроется. А он медик. Финский медик. Не стал бы я, чувак, конечно, на твоем месте выходить. Понимаешь, эта карта, она не вариативная. Здесь очень мало, так сказать, вариантов нападения этих ретардов. Здесь всего-то один мост, и все. И защищай крепость свою. То есть сзади мутанты не прут, каких-нибудь закутков надо побольше. Карта, конечно, нет, красивая в стиле Марио и все такое, но... Но... К сожалению... Это у меня в крови. Очень, так сказать, здесь, ну, думать не надо особо. Откуда бежать, куда бежать, как бежать. Просто играть и играть. Успели? Успели тебя жопу разорвать одним ударом, значит успели, не успели, значит не успели, все заебись. Ну, конечно, тоже они взрываются прикольно. Ух ты. Это реальный медик какой-то.
Классно, классно, классно. Я хочу поболеть за вот этих рептилоидов гигантских. Давай, чувак, хуярик, всех, всех зажигай. Вот это бухнул. Давай, давай, давайте, ребята, ребята, наступаем. Зомби, хуёмби, во-во-во, с автоматами, с пулеметами, полная, блядь, нихуя, гляньте, эти ноги пиздатые, а? Давайте, рубим их, псов. Поднапряглись, давай, жирненькие, жирненькие, быстрее, быстрее двигаемся. Их всего четверо осталось. Ну, ребята, ну, ребята. Жирнюшок. Ой, не понравилось. Горю, горю, блядь. Горю, сука. Я ходячий шашлык. Сам по себе так и съел. Я такой вкусный, ом-ням-ням. Так, полтора куска у нас. В принципе, Крис, мы видели. Я бы Хитлер энд Кох взял. Вот в сторону с линии атаки может спасти вам жизнь. Вот это вот, а. Никогда мне не нравилось затишье. Это кого-то удивляет? У кого-то лишние деньги есть? Так. В принципе, практически все патроны хотела купить. Посмотрим, что это. Коллиматор полуоткрытого типа, интересный какой-то. Либо это открытого типа с защитой. Да, похоже на то. Эх, когда же мне мой коллиматор придет? Сучка. Спекали буду пукать. По банкам, по бутылкам, по бомжам, по всему, чему только угодно. Время истекло. Идите убивать мутанта. Босс. Хрена свой. Мутантов. Мутанта. Да, вы готов мешать мне работать пытались многие. Думаете, вы чем-то лучше? Давай, убеждайте. Где он? А. Сейчас Хитлер энд Кох попробуем. Ну еще так, слушай. Конечно, под конец бомбанет, как и все здесь. Ох-ох-ох. Ох-ох-ох. Это было жестко. Подожди, у него уже сзади. Два босса на защите. Давайте, ребята, я отвлекаю. Пошли вон, ублюдки. Пососники. Детские какие-то, да? Бегать научились, нихера себе, быстрые. Ну давай, блядский доктор. Я могу в голову прыгнуть? Могу, пока. Не кажется ли нас здесь как-то реально больше стало? Беги. Те ребята. Эх, навоняли. Ой, пердёж, у меня коцает пердёж, сука. Пердящие зомби, ахуй псы, блядь. Вонючие. Так, патронов еще вроде нормально остается. У тебя уже скоро, мне кажется, подзакончится. Вот это вот я понимаю, интересно, да, уже начинается. Пошёл цвет. Ой-о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 й
Фекс. Опча. Заебался, нифига там какие-то куски чипульдуков. Ай, 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 я сейчас огребу, я сейчас огребу, я сейчас огребу, ребята. О, заебись, вовремя. Спасибо. Спасибо. Стой,
Получай, говно, сутулое, блядь! Нихуя он троих сразу снес. У нас один чел остался. А как так получилось-то, ребята? Чё он такое сделал, что... Он всех выкосил, блядь. Ну это вообще голы в ногах осталось, чувак. Чувиха. Во-во-во-во-во-во-во, отлично. Он сейчас умрет. Оружку выбросила. Видимо, там патроны кончились. Видимо, с патронами все совсем все плохо. Лечись, не забывай лечиться. Берсеркер. О, отлично. Давай, беги-беги, у меня там еще патронов были. Давай-давай. ТТ-010. Я сначала думал, что это Т-1000. Это... Чувак не взял, типа, Т-1010. Прокачанный. Т-1100. Он понял, что все это говно ебаное. Давай! Давай! На последнем издыхании. Есть! О, молодец, чувак, молодец! Молодечи! Да, детка! Да-да-да! Денежный дождь! Аллилуйя! Это дождь из бабок! Оу-е! Бабки-бабосики, бабосиничи! Заебись! Заебись! Так, убить норм 4, без пекаля 56, 4 здоровья лечения, что бы это ни значило. Хренова тьма. Уровней победа. Так, я думаю, можно посмотреть еще что-нибудь. Итак, мы выполнили получить опыт, это заебись награда, 50 тысяч. Взрыв мозга выполнили, отлично, а где можно сие получить все? Мне нужно получить за взрыв мозга, не? Не-не-не-не-не-не. Ничего. Все заебись, ничего. Понятно, видимо, самополучилось все. Так. Ну, давай посмотрим. Еженедельно не хочу, тогда... Сейчас еще что-нибудь посмотрим. Еженедельное выживание, выживание в бою. Наемники Хорзин, волмутант, управляющий игроками и компьютером. Игроками?! Я могу за зомби поиграть, ты серьезно? Я могу поиграть за зомби. Ах, о, ребята молодцы. Ребята молодцы. Так, думаю, сейчас можно будет поиграть за поджигателя игры или за подрывника. Давайте попробуем поиграть. Просто я выбираю, ищу, смотрю, что здесь интересно. Тут есть подготовиться, конечно же. Так, подожди, а я могу смену команд? Не удается. Пока что за мутанта никак. Но! Надеюсь, все будет круто. Хотелось бы за мутанта. Во-во-во! Почему их же всего три? Два, три, четыре, пять. Наших пять, а мутанта всего три. Почему? Гады какие, а? Я хочу за мутанта! Ме. Да и хоть посмотрю на этих гигантских ублюдков, за которых играют обычные игроки. Вот типа за этого. Глянь, нихуя он рубит. С плеча. О, рубил. Слушай, неплохо. Надо еще боев нахерачить. Замута. Жопа разлетелась. За мутантов хочу, охренеть как. Фига, кузник, кто-то якудза бегает, прикольно. Идите в кабину за снаряжение. Побегу, хотел сказать. Они вас так же не ранили? Впечатляет. Подрывник, двух подрывника не может быть только подрывное оружие. По-любому у нее есть все оружие.
Ну, в смысле, и пулевое нормальное. Я, конечно, не намекаю на кемперку, снайперку и т.д. и т.п. А, понятненько. О, 30 метров. Успею ли? К сожалению, наш чувачочек бегает довольно медленно. Отлетел. Мне нравится подземелье. Так, я могу пекель продать, в принципе. Купить себе что-нибудь. Я вот-вот закрою кабину. Ну нет, пожалуй. Вот так, а потом, если что, гранатомет куплю. Кабина и взрывчатку С4. Пойдите, отличитесь. Хопча. Потолок писает. Я тебя запомнил. Я тебя, блядь, запомнил. Не так, к сожалению. Или это еще к счастью. Здесь патроны есть. Что-то невидимое. Что-то невидимое, ты где? Где-то тут что-то невидимое бегает. Ну, пидор, ссаный. Хорошее начало, но осталось еще много мутантов. На, подержи. Жирочек. Ух ты! Ух ты, ух ты! Мы вышли из бухты! Ох ты! Если не лох ты! Ебать! Что это было? Чё это за дичь? Нужно за мутантов. Я хочу за мутантов. Хочу посмотреть, как мутанты играют. Я даже не знал, что такие реально есть вещи. О, все. Глянь, какой он охренительный чел. Мы сейчас мы просали. Офигеть. Офигенно, я хочу в это еще сыграть. Хочу. Вот я и зашел. За, так сказать, зомби. А тут на самом деле все более чем просто. Тут, понимаешь, кто первый стал, блядь, того и тапки. А поскольку у меня компьютер, у нас с вами, ребята, компьютер мощнее, чем в среднем. Я даже сказал, мощнее, чем процентов 70. Даже 80 оставшихся. То, ребяточки, мы загружаемся быстрее. И тапки наши первые. Та-да! Заебись. Давай, нажимай, готов. Ну. Превратиться в жесткого черта какого-нибудь. Ты посмотри на нас. Офигенно. Че, ребяточки, как же тухо. Эх. Чуть-чуть. Почти убил.
Ну, в принципе, я... Ну, давай, две, одна. Что теперь? То же самое, да? Типа, пока не убью какого-нибудь чипальдука. О, нифига себе, другой уже, глянь. Нихуя такой, опа, 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 бегаю такой. Кучу, в кучу. Сукины дети. В очередь. Ой, я опять появился. Давай, хуярь. Ебашь его. Ну же, давай, беги, беги, сученька. Еби, еби этого пидора. Ну давай, есть. Ха-ха-ха-ха-ха. Ублюдок, мать твою. Ну, у меня один килл был. Это охренеть, у нас мутантов играть, это такой экспириенс, ёпта-бля. Ждем, ждем. 30 секунд, в принципе. Можно будет немножечко подождать и нашу зомбецко-мутантскую новую теорию выдвинуть о том, как правильно и верно зажимать одного из выживших в уголке, чтобы потом его трахать всей командой. Ямки. Так, наши. Так сказать. Какой светящий дядя, посмотри, какой я бубочка, такой красивенький. Музыка классная. Это ножи? Вон один от них, как сказать, отделился. Нихуя. Это было жестко. Давай, жировичок. Черный перчик. Черный перч, черный. Хоть кого-нибудь из них убили, не? Вроде одного высекли. Да, одного высекли, заебись. Бегом, бегом, бегом оттуда. Давай, жри этого псина. Жри этого ублюдка. Давай, жри, жри. Жри, пидора, жри, блядь. Давай. Ух, как же это, блядь, тяжело. О. Какая жара, блядь. Я хочу еще мутантов поискать. Ух, это было дико. У них один выжил. Серьезно, у них один всего выжил. Мы сейчас выиграем. Ты посмотри на них. О, ребята. Жалко, что есть мутантов, нельзя раскачивать, серьезно. Очень жалко. Я его раскачал. Наш, типа, какой-то петучий перезаряд, тоже мутантов, там, типа, чуть быстрее бегает. Жировичок. Оп-оп-оп. Ё-тё, какой, ё-тё, пузико. Ё-тё, какой. Сладенький. О, всё, захватил. О, молодечек, молодечек, молодец. Заебись. Да, детка. Кто здесь альфач? Кто здесь альфач? Это было нечто, это было охерительно, ребята. Это был просто взрыв мозга. Я не думал раньше, что такое бывает.
Я не думал раньше, что бывают такие вот интересные вещи называть себе режим как. Ой, пардоньте. Я могу... Снаряжение. Я могу отсюда выйти просто, как раньше. О, хранилище. Кстати, что у нас там будет? Итак, нам дали сколько? Ох, там есть ящик. Еще чуть-чуть, почти хватило. Что нам за эти бабки, интересно, дают? Я не знаю. Видимо, когда все заполним, может быть, что-то дастся. Без понятия. Так, инвентарь. 5. Подожди, нам же доевалось, нам же еще что-то там далось, какой-то ящик. Во-о-о-о! Горизонт Бонни, дачка, детка. А ключ купить за 2 бакса ради шапки козы? Ты, блядь, прикалываешься, что ли? Ну-ка, давай. Опча. Что у нас тут? Оу, скальпель. Дорогая вещь. Крайне редкий оружейный скин. Вы же медик, значит, вам не надо объяснить, как им пользоваться. Офигенно. Прикольно, слушай. А чё, почём он, неизвестно? А он, наверное, не продать, да? Да, не продать. Эх. Печалька. Но это редкий очень даже скин, да. Да, ребята, да. Ещё попробуем. Посмотрим, что у нас, видимо, сегодня нам везёт. И... Дорогая вещь. Маска. Хоккейная. Слушай, что-то реально дорогие вещи не везет. Заебись. Хобана! Третье, что у нас еще... Оу! Еще одна дорогая вещь. Вариант одежды игрока с золотой отделкой выглядит все лучше. Подходит диджей Скалли. Кстати, это тот, который у нас есть. Что сегодня вообще прет реально дорогие вещи, ты посмотри. Это же обычная вещь. Обычная. И это обычная. Донован. Это дорогая вещь. А за сколько, интересно, можно толкать? Вот если бы можно было толкать, было бы заебись. Но, к сожалению, по-моему, пока что нельзя. Так вот. Думаю, на сегодня хватит. Ребяточки, спасибо за то, что смотрели. С вами был Коперник. Угу. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, комментируйте ролики, заходите в группу, да все что угодно делайте. И оставайтесь такими же охеренными. Серьезно. Сейчас, просто интересно, как этот назывался? Выживание в бою, еженедельное выживание, выживание без конца. Вот, выживание в бою, этот режим называется, он пиздат. Все, ребяточки, мне пора. Пока-пока.